Я очень тщательно изучил карты города, но улицы Досей нигде не нашел. И обращался не только к современным картам. Мне известно, названия могут меняться. Напротив, я глубоко зарылся в историю этих мест, исследовал самолично, вне зависимости от названия, все городские районы, где могла бы находиться улица, известная мне как Досы. Стыдно в этом признаваться, но, несмотря на все усилия, я так и не нашел ни дом, ни улицу, ни даже часть города, где, будучи нищим студентом-философом, в последние месяцы своего обучения в местном университете я слушал музыку Эриха Цанна. Что мне отказала память, неудивительно. Пока я жил на улице Досей, у меня были серьезные нелады со здоровьем, с психикой в том числе. Помнится, меня там не навещал никто из моих немногочисленных знакомых. Но то, что я не могу отыскать свое прежнее обиталище, удивляет и озадачивает. Ведь располагалось оно в получасе ходьбы от университета и было в некоторых отношениях приметным. Трудно поверить в то, что побывавший там его забудет. Никто из тех, с кем я позднее говорил, ни разу в жизни не видел улицу Досей. Улица эта находилась по ту сторону реки, текущей меж громадами кирпичных товарных складов с мутными окнами. Берега ее соединяет массивный мост из темного камня. У реки всегда было тенисто, словно дым соседних фабрик навеки вечные скрыл из виду солнца. И еще над рекой стояли дурные запахи, совершенно особые. Когда-нибудь они помогут мне найти то место, потому что их я ни с чем не спутаю. За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами. Потом начинался подъем, сперва пологий и ближе к Досей невероятно крутой. Мне в жизни не попадалось второй такой узкой и крутой улицы, как Досей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт. Там и сям гладкая дорога сменялась ступеньками, отдельные участки переходили в лестницу, а верхний конец замыкала мощная стена, увитая плющом. Уличный настил был неоднородный. Где-то каменные плиты, где-то булыжники, где-то голая земля с пробивавшейся тут и там серовато-зеленой растительностью. Дома высокие, с островерхими крышами, невероятно старые, кренились в разные стороны. Бывало, противолежащие дома, наклоненные навстречу друг другу, образовывали что-то вроде арки. И в этом месте всегда стоял полумрак. Встречались также перекинутые через улицу мостики. Обитатели здешних мест производили на меня странное впечатление. Вначале я объяснял это их молчаливостью, но позднее решил, что они просто очень старые. Не знаю, как мне пришло в голову там поселиться, но я в то время был немного не в себе. Из-за безденежья мне часто приходилось переселяться, и я навидался разных бедных кварталов, пока наконец не набрел на ветхий дом на улице Досей, в котором распоряжался паралитик по имени Бландо. Считая от вершины холма, дом стоял третьим и далеко превосходил всех своих соседей по высоте. Моя комната находилась на пятом этаже, где больше никто не жил. Дом был почти пуст. Поздно вечером, когда я вселялся, из окна островерхого чердака лилась странная музыка. И на следующий день я спросил Бландо, кто играл. Он ответил, что это старик-немец, немой и чудаковатый. Имя его, судя по подписи, Эрих Цан. Вечерами он играет на виоле в оркестре при одном захудалом театре. Бландо добавил, что Цан имеет привычку браться за инструмент по ночам, когда вернется из театра. Потому он и приискал себе просторную
и изолированную чердачную комнату с единственным окошком, через которое, в отличие от всех прочих, открывается вид на склон холма по ту сторону стены, в конце улицы. Потом я слышал Цанна каждую ночь. Он мешал мне спать, но все же я был зачарован его странной, потусторонней музыкой. Я мало знаком с музыкальным искусством, однако был убежден, что ни одно из созвучий Цанна не похоже ни на что, слышанное мною прежде. Отсюда я сделал вывод, что мой сосед одарен в высшей степени оригинальным талантом композитора. Чем дольше я слушал, тем сильнее пленяли меня эти звуки. И через неделю я решился свести знакомство со стариком. Однажды вечером, когда Цан возвращался с работы, я подстерег его в коридоре и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи его игру. Он был невысок ростом, щупал, сутул, с голубыми глазками и забавным личиком сатира, лысиной во всю голову, одет в какие-то обноски. Когда я заговорил, Цан ответил злым и одновременно испуганным взглядом, но, видя мое дружелюбие, в конце концов смягчился и недовольным жестом пригласил меня следовать за ним по темной и шаткой чердачной лестнице. Его комната, одна из двух под крутой крышей, располагалась с запада и смотрела на высокую стену, в которую упирался верхний конец улицы. Очень просторное помещение казалось еще больше из-за необычной скудости обстановки и запущенности. Из мебели имелись только узкая железная кровать, неопрятный умывальник, столик, большой книжный шкаф, железный нотный пюпитр и три старомодных стула. На полу громоздились в беспорядке ноты. Обшитые голыми досками стены, видно, никогда не штукатурили. Судя по залежам пыли и вездесущей паутине, можно было вообще усомниться, что тут кто-то живет. Очевидно, Эрик Цан не признавал иной красоты, кроме сущей в империях воображения. Жестом предложив мне садиться, немой закрыл дверь, повернул большую деревянную задвижку и зажег еще одну свечу в дополнение к той, что была при нем. Извлек из траченного молью футляра виолу и с нею в руках сел на самый крепкий из имевшихся стульев. Нотами он не воспользовался и, не спросив о моих пожеланиях, целый час угощал меня восхитительными мелодиями, подобных которым я никогда не слышал. Не иначе, как это были его собственные композиции. Что они собой представляли, я, не будучи знатоком музыки, описать не способен. Это были как будто фуги с повторяющимися пассажами самого пленительного свойства. Но я обратил внимание на то, что в них ни разу не прозвучали потусторонние мотивы, которые я слышал прежде у себя. Те прежние мелодии невольно запечатлелись у меня в памяти, и я часто пытался не совсем успешно напеть их про себя или просвистеть. И потому, когда музыкант наконец отложил смычок, я попросил его сыграть что-нибудь из них. Когда я завел об этом речь, старик насторожился, и спокойствие и скука на его морщинистом личике сатира сменились диковинным сочетанием злости и страха, как в тот раз, когда я впервые к нему обратился. Подумав, что это старческие капризы, к которым не стоит относиться серьезно, я стал уговаривать его. И даже, чтобы вызвать соответствующее настроение, попытался насвистеть одну из мелодий, слышанных накануне ночью. Однако мне сразу же пришлось умолкнуть. Едва не мой музыкант узнал мотив, как черты его исказила неописуемая гримаса. А длинная костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить грубую имитацию. Еще одна странность. Испуганный взгляд старика скользнул к одинокому, завешенному шторой окну, словно там могли появиться незваные гости. Это было тем более нелепо, что чердак располагался очень высоко, куда выше соседних крыш. Консьерж говорил мне, что на улице нет второго окна,
откуда виден через стену противоположный склон холма. Заметив испуг старика, я вспомнил о словах Бландо, и мне вприло в голову полюбоваться широкой, головокружительной панорамой посеребрянных луною крыш и городских огней с той стороны холма, зрелищем, недоступным всем прочим обитателям улицы Досей. Я шагнул к окну и готовился уже раздернуть неописуемые ветхие шторы, но тут меня настиг в полном уже неистовстве хозяин комнаты. Кивая на дверь, он обеими руками стал оттягивать меня от окна. Это меня окончательно возмутило, я велел ему убрать руки и сказал, что немедленно ухожу. Старик ослабил хватку и, видя, как я обижен, стал успокаиваться. Он снова сжал мою руку, но на этот раз примирительным жестом. Принудил меня сесть на стул, задумчивым видом подошел к столу и, найдя среди хлама карандаш, стал писать на тяжеловесном, как бывает у иностранцев, французском длинную записку. Когда он наконец вручил мне записку, там оказалась просьба снизойти к нему и простить. Цан утверждал, что он стар, одинок и подвержен необычным страхам и неврозам, связанным с собственной музыкой и не только с ней. Ему понравилось, как я слушаю, он приглашал меня приходить еще, но только просил не обращать внимания на его причуды. Однако он не может исполнять свою необычную музыку для других и не выносит, когда ее воспроизводят другие, а также не терпит, когда посторонние что-нибудь трогают в его комнате. До нашей встречи в коридоре он не имел понятия, что мне слышна его игра, и теперь он спрашивает, нельзя ли договориться с Бландо. Пусть переселит меня в нижний этаж, подальше от ночных концертов. Он, Цан, берется доплачивать за мою новую комнату. Пока я разбирал жуткий французский язык старика, моя обида сменилась сочувствием. Он страдает от физического и нервного недуга. Я тоже. Философские занятия научили меня доброте. Тут в окне послышался тихий стук. Наверное, задребезжали под ночным ветерком ставни, и я почему-то вслед за Эрихом Цанном испуганно вздрогнул. Закончив читать, я пожал хозяину руку, и мы расстались с друзьями. На завтра Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже между квартирой пожилого ростовщика и комнатой респектабельного обойщика. На четвертом этаже жильцов не было. Вскоре я убедился, что Цан не так жаждет моего общества, как можно было подумать, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Он не приглашал меня к себе, а если я приходил незваным, Цан держался беспокойно и играл вяло. Происходило это всегда ночью. Днем Цан спал и никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я проникался к нему все больше симпатии. Хотя чердачная комната и потусторонняя музыка сохраняли для меня свою непонятную притягательность. Меня одолевало странное желание выглянуть в это окно, увидеть ту сторону стены, неизвестный склон, блестящие крыши и шпили внизу. Однажды я поднялся на чердак в то время, когда Цан был в театре, но дверь оказалась заперта. Что мне удавалось, так это подслушивать ночную игру немого музыканта. Вначале я прокрадывался на цыпочках в свой прежний пятый этаж. Потом набрался смелости и стал взбираться по скрипучей лестнице до самого верха, поближе к чердаку. Там, в тесном коридоре, перед запертой на засов дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко внимал звуком, наполнявшим душу неопределенным страхом, ибо за ними чудилась какая-то сверхъестественная тайна. Нет. Музыка была красива, вовсе не ужасна, но ее сопровождали вибрации, несравнимые ни с чем на нашей бренной земле. А временами она обретала симфоническое звучание, и трудно было поверить, что это играет один, единственный исполнитель. Несомненно, Эрих Цан обладал истинной гениальностью, причем самого необузданного свойства. Недели текли, игра становилась все мощнее и причудливее. Сам же старый музыкант худел и выглядел таким затравленным, что больно было смотреть. Он от меня затворился, а при случайных встречах на лестнице шарахался в сторону.
Однажды ночью, пока я подслушивал под дверью, пение виолы переросло в беспорядочный визг. Ловя эту сумятицу звуков, я усомнился в собственном здравом рассудке, но тут прозвучавший за закрытой дверью вопль подтвердил плачевную реальность. Там действительно происходило что-то ужасное. Так жутко и нечленораздельно мог кричать только немой. И только от отчаянного страха или нечеловеческой боли. Я стал колотить в дверь. Ответа не было. Дрожа от холода и страха, я ждал в темном коридоре. Наконец послышался шорох. Бедный музыкант пытался, опираясь на стул, подняться на ноги. Я решил, что он приходит в себя после обморока, и снова стал стучать в дверь, повторяя ободряющим тоном свое имя. Циан, судя по всему, доковылял до окна, закрыл его и задернул шторы. Потом не без труда добрался до двери, отодвинул неверной рукой засов и впустил меня. На этот раз можно было не сомневаться, что он рад меня видеть. Его несчастное личико просияло от облегчения, и он ухватился за мою куртку, как ребенок хватается за юбку матери. Жалостно дрожа, старик усадил меня на стул и сам сел тоже. Виола со смычком лежали забытые рядом с ним на полу. Первое время он сидел неподвижно, только странно кивая и словно бы напряженно и испуганно к чему-то прислушиваясь. Потом Цан как будто успокоился, пересел к столу, написал краткую записку, отдал ее мне и, вернувшись за стул, принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он умолял меня во имя милосердия ради удовлетворения собственного любопытства оставаться на месте и ждать, пока он подготовит на немецком полный рассказ о страшных тайнах его окружающих. Я ждал, немой музыкант водил карандашом по бумаге. Прошло около часа. Я все еще ждал. Рядом со старым музыкантом быстро вырастала стопка листков, но вдруг он отчаянно дернулся. Ошибиться было невозможно. Он глядел на зашторенное окно, слушивался и трясся от испуга. Тут мне почудилось, что я и сам что-то различаю. Звук, совсем не пугающий, напоминал чрезвычайно тихую отдаленную мелодию, словно неведомый музыкант играл в каком-нибудь из соседних домов или по ту сторону высокой стены, за которую мне не доводилось заглядывать. На Цана было страшно смотреть. Он уронил карандаш, рывком встал, схватил виолу и принялся оглашать ночную тишину теми дичайшими мотивами, какие исполнял только наедине с собой. А я слушал только из-за запертой двери. Что играл той ужасной ночью Эрих Цан, описывать бесполезно. Прежде подслушивая, я не представлял себе, что это за жуть, так как не видел его лица. Теперь же понял, за этой бурной игрой стоит отчаянный страх. Громкими звуками старик то ли от чего-то себя защищал, то ли старался что-то заглушить, в чем он видел опасность. Я не догадывался, но чувствовал, что опасность эта велика. Причудливое музицирование обретало характер бреда, истерики, но сохраняло в себе следы высшего таланта, которым, как мне было известно, обладал странный старик. Я узнал мелодию. Это был неистовый венгерский танец, любимый театральной публикой, и на миг мне подумалось, что прежде я ни разу не слышал, чтобы Цан исполнял чужие сочинения. Виола завывала все громче и отчаянней. Музыкант, заливаемый потоками пота, дергался как обезьяна и не спускал безумного взгляда занавешенного окна. Под яростный напев мне все отчетливее представлялись тени сатиров и вакханок, бешено кружащихся среди водоворота туч, дымов и молний. Затем я различил как будто иные тоны,
более высокие и протяжные, чем у Виолы. Где-то далеко на западе они выпевали размеренную, упорную, дразнящую мелодию. Тут за окном заплакал и застучал в ставни ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, несвойственные, как я думал, этому инструменту. Ставни застучали громче, растворились и начали биться об окно. Задребезжало разбитое стекло, внутрь ворвался студеный ветер, зашипели свечи, зашелестели бумаги на столе, где Цан начал записывать свою страшную тайну. Я поглядел на Цанна, ясное сознание его покинуло. Голубые глаза бессмысленно пялились в пустоту, смычок извлекал из виолы уже не музыку, а механическое, ни на что не похожее чередование звуков, описать которую не под силу перу. Внезапный, еще более мощный порыв ветра подхватил рукописные листы и увлек к окну. Я отчаянно кинулся следом, однако не успел. Листы исчезли. Тогда мне вспомнилось мое прежнее желание выглянуть в это окно. Единственное на улице Досе, откуда виден склон холма за стеной и простертый внизу город. Было очень темно, однако город всегда светится огнями, и я надеялся увидеть их сквозь потоки дождя. Но когда я приник к этому чердачному окошку, самому высокому на улице, и под шипение свечей и завывание безумной виолы и ночного ветра стал всматриваться в сумрак, там не оказалось ни простертого внизу города, ни приветливых фонарей знакомых улиц. Ничего, кроме беспредельного черного пространства. Невообразимого пространства, оживленного движением и музыкой, не похожего ни на что на этой земле. И пока я глядел, оцепенев от ужаса, ветер задул обе свечи, освещавшие старинный со треугольным потолком чердак, и оставил меня в первобытном непроницаемом мраке, с демоническим хаосом перед глазами и демоническим беснованием ночной виолы за спиной. Не имея возможности добыть света, я шатнулся назад, ударился о стол, опрокинул стул и стал на ощупь пробираться туда, где вскрикивал, извергая дикую музыку мрак. Какие бы силы мне не противостояли, я должен был, по крайней мере, попытаться спасти Эриха Цанна и спастись самому. Однажды я ощутил какое-то холодное прикосновение и закричал, но жуткая виола заглушила мой крик. Внезапно меня толкнул ходивший ходуном смычок. Музыкант был рядом. Я протянул наугад руку и наткнулся на спинку стула. Потом нашел плечо Цанна и стал трясти, чтобы старик очнулся. Он не откликался, но виола продолжала завывать все так же оглушительно. Я нащупал голову музыканта, сумел остановить его механические кивки и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спасаться бегством от этих непонятных ночных созданий. Однако он не отвечал и с тем же остервенением водил смычком. А между тем по всему чердаку загуляли странные ветерки, затеявшие во тьме и неразберихе подобие танца. Коснувшись уха музыканта, я сам не поняв от чего вздрогнул. И понял, только ощупав его неподвижное лицо. Холодное, окоченевшее, бездыханное лицо. Остекленевшими глазами, бессмысленно пялившееся в пустоту. И вот каким-то чудом, отыскав двери большой деревянный засов, я с бешеной скоростью припустил вниз по лестнице, подальше от обладателя остекленевших глаз и от дьявольского завывания проклятой виолы, ярость которой не стихала, а только усиливалась. Век буду помнить это ужасное бегство. Как я прыгал, скользил, летел по бесконечным лестницам темного дома, как выскочил в забытии на узкую крутую улочку, ступенчатой дороге и кренившимся домам, как по ступеням и булыжнику сбежал на нижние улицы к зловонной, зажатой в высоких берегах реке, как пересек, пыхтя, большой темный мост и очутился на известных нам всем улицах и бульварах, широких и опрятных. Ветра, помнится, не было, как и луны, и все огни в городе сияли ярким блеском.
все мои розыски, те самые тщательные расследования ни к чему не привели. Я так и не нашел улицу Досей. Однако ни об этом, ни о потере плотно исписанных листков единственного ключа к тайне музыки Эриха Цанна я особо не печалюсь.